Синтек Ну, боеха. так плохо получается. Да, там синтек тебе боеху свистнул. Ебать вы, сука, вообще, вот, блядь, меркантильные, блядь, это пиздец. Ну так фиг ли он себе свистнул ее, если бы мы ее понидали все, тогда ладно. Да, меркантильный, конечно. Это, я лично не видел. Я, например, тоже не видел, поэтому как бы, ну... Ожерелька. 600 голдынов. Я ее Гриславе дам, а через 2 часа такой хуяк и все продал. Синтек, не отдавай никому нихуй. Он на X5. Он таки к изгильдии зашел. Ну я сейчас на X5 не заходил, я все это сделал, но я просто перезашел. Но оно как-то запустило, типа, само по себе, я не знаю, от кэша это или не от кэша, блядь. Ну, выкидывало раз 10, наверное, выбор персонажа, и потом уже... А что ты да, вот 7 раз да, сам хуй соседу дал, или что? Это я не знаю. Тут кто-то хотел меня догнать. Да я не прогружался еще, потом за вклад уже накину. Привет тебе. МДК еще не прогружался. На целках ХМ сегодня будет, да? 25 гер, который. Ну да, если мы час еще не проебем просто так. Викторка, это кто на нем? Это Бенстиллер. А где сиджу? Давайте шкаф. А, шкафа нету. Отдыхает. Есть. Так. Бля, ебать, я спать хочу. Почему мне сиджу показывается трупом? А потому что он труп. Потому что он труп. На туре. Давай-ка три сев. Пойду резну ножиком. Три сев третьего танка спекнись. Или хулидринг. Ну ладно, ка три сев уже спекнись. Ставлю рыбу. Блин, дайте почилить, а? Кто с вас МТ будет? Так он гамазек вроде нормально одет, что он не прям тэшит? Кто тэшит, кстати, гамазек или... Блять, там ник. Тут Элар или кто он там? Так, я тут, чё? Чё такое? Ну, гамазек, наверное, пускай МТшит, ну? Ё-моё, откуда ты их берёшь? Дают, бери, бьют, беги, знаешь такое? Угу. Можешь фласочку дать. Мы ебали, не пропали. Знаешь такое? Хм. Нас ебали, мы страдали. Блять, почему так не работает, знаем. Нахуй? Ладно, блять. Похуй. Пристабаф дайте по всем. Дайте столик еще. Почему хавка магов после релога пропадает? Кто объяснит? Ну потому что... Работающийся продукт. Она пропала. Да ёбаный в рот нахуй. Бля, нормально вы отсчитываете. Серьезно отчет? Ну да. Я понял. Интересно. На ренджу выйдите кто-нибудь второй.
Это кто такой? Это кто такой? Ракшейн кот. Пинкова. Один покупатель, а то сейчас слава на чё, а чё босс в рейде, ну? Потому что да. Танчишь не ты. Не Юля. Что, Омана нет инвизибл или как? Нах, надо. У нас один топа напуливает. Танки, а у вас таунт на панели есть? Катриси, и Гамазек и Мазу? Или нахуй надо тоже? Вот такое чувство, что, ну... Если в обычке такая хуйня исполняется, нахуя Гера? Какая Гера? Визипл сейчас рвет. Когда он уже первый по агро. Да, он сейчас его просто сорвет. Он уже давно сорвал. На пулы просто по КДА. Пускай стопает. Икону скиньте, Саль. Шипы, Мальди. КТД. Я скинул КТД. Шип живет. Все будет по КД. Всем привет. Привет. Я ходи. Да дома, сука. Я тебя знаю. На полдня мебель таскал в новую хату. Хорош, блять, молочага. Иду ебать, хочу кресло ебаного. Вихрь гвоздей, тихо. Чё, кстати, как у льду сходили? На пул закрыли? На пул 14 закрыли. Ооо, на уголоне чё-то ебались. Крестните керсори кто-нибудь, Симтек крестнем керсори. А не надо пусть зачилят, блядь. Там будет бедолага лагал. У меня вопрос. Остались еще хоть кто-то нормальный на второй улью из людей? Чтобы это не было рей по 4 босса. Ну, я на ДК могу сходить. У меня тоже на ДК. Ну, Вадикона не было, в вечернее время Вадикон вроде должен быть. Может, Вадикон еще будет. Ну, заебись. Какой-нибудь. Ну, не сегодня. Вы сегодня хотите? Да, нет. Сегодня вряд ли. Кто-то не знает. На конце недели. Я уже что-то не хочу второй ульду, это пиздец будет. Да чё так? Ну ладно, я сейчас пойду быстро что-то закину в желудок. Ну то понятно, да. И зайду. Буквально минут 10-15. Да, там мои руки лежат. Да, надо руки быстрее. Продукс, у тебя обычка КД? Там вообще ДПС какой-то. Так, у тебя целка 25 обычка в КД? Прикони что-нибудь в гича там. Бичи ебаные. Хуй, там кто-то дрипит. Ебаный в рот, нахуй. Вы чё там, блядь? Нихуя себе, блядь. Ебать, убили. Или Брини нету. Всё, выкидывай нахуй этого кадафа. 47к ДПС. Забирай, раскидыш мод плав. 265-й челик, блядь. Право гоняли челика. Он 265. Чё нахуй? Хм. Чё?
Чего, блядь? Там, наверное, просто в ПВП чил. Да, в ПВП. Чего вы сразу же гоните-то? Ну да, 41. Шалтер, ты чекаешь же осколки, Вань. Нет, не чекал. Вот же не видит. У меня есть квест, там нет осколка, я посмотрел. Будьте пока, три танка. Помощникам милики не подходить. На свои руки. Над их кожа, мускулы... Чё за хуйня нахуй, я что-то не вкуриваю, блядь. Чё так? Чё такое? Да что-то с аддонами не показывает нихуя, чё, блядь. Я думал, тебе покурить не получается. Нормально, надо релогнуться. Я хуею нахуй, я просто в ахуе. Сейчас, после трэша. Да я как-то нажал нахуй, там что-то было пропустить, отключить, видать, я отключил. А как включить-то, ебать, вообще не вкуриваю. Пиздец нахуй. Ну, меню персонажа модификации. Так. Как же она пиздит? Заебало. Да пусть. Дайте попиздеть молодой. Ну, старый точнее. Все нагнём. Подлейте этого помощника, он стоит. Что-то он рога не захотел играть с толоком. Ни рекаунт не пишет нихуя. А, вот стал писать. Ну-ка. О, сюда. Да смотри, а то сейчас босса еще спулят нахуй. Теперь работает. Я не знаю, что это было, нахуй, может из-за того, что так долго не пускало, что-то забагалось. Слава, Синтек спрашивает, танка ему можно? 5 хилов там. Ну, Релла, передавай. Дайте персоналу, пусть потанчит. Так, ставлю рыбу. Вроде играет нормально. Сейчас проверим. Дайте шкаф. Суманем. Ну тут иду. Гурхели в К. Пока я тут сижу. Готовность подтвердил, сумма нету. Мне не показывают. Понял. Ёбаный, 10 суммонов нахуй. Давай, давай, еще. Я тыкну. Саму у него полностью. В натуре. Ну чё, он не спекнулся, что ли? Я понял, да. Заберите с меня, плиз, приверженцы. Бобаны. Нихуя.
Валян, ты законтрольте. Законтрольте. Ой, чё, ебал, по-моему. Нахуй ты отдельно «э» сказал. Ну а как нахуй? Слитно, что ли? Бля. Трэш выходит. Да ну нахуй. Не, с какой стороны играть? Ты похуй. Похуй. Можешь босса хуярить. Похуй об нуля. Сдохнем, поебать. Заебись, я танк, кстати, нахуй. Я им грипнул, приверженцы, его никто не танчит. Хуёво. Всем хуёво. Всем похуй. Так я его сначала затаунтил, ты потом грип. Зачем? Да, блядь, до Ильича дойдём. Потому что его надо сначала грипнуть, а потом таунтить. А, не, сейчас дойдём до Синдры, ты хотел сказать. Какая Синдра? Добрый вечер. Не знаю. Почему. Я диспетчер. Почему тут Синдра? Ну здорово. Что в ней такого страшного? А чё с ДПСом нахуй? Есть ДПС в рейде или нет? Ну давай менять вот нас. Не выше ты пришел. На мага садим. Керсори придет. Еще ДПС. Ага. Ну-ка. Хули ну, ты там? Заломано чё там за контроль. Хуярьте его нахуй. Да ну, за шо? С палки просто. Да ёбаный в... Говорю, блядь, законтрольте, они, сука, я чисто с палки тебя въебал. А ты, блядь, да ты меня чуть не отпиздил этой палкой, блядь. Блядь, насывал ему там палку, бля, куда только можно. Пиздец. А чё за хуйня, у меня КД на щит, нахуй. Эли, это чтоб палка не пиздил, блядь. Всем похуй. Кринж какой-то, блядь. О, инвизибл. Инвизибл законтрольте. Я его фернул. Побегай. То есть его ты, блядь, фер... Я а мне тоже... палка пиздец. Я тебя тоже ферял, но ты как-то снял антифир, что ли, поставил, блядь. Spirits. Пришлось пиздить. Духи пошли. В леди дух залетел. Spirits. Духи. Есть, знаю, это был... Викторка взорвал. Бледи дух. О, Вулгрима, хуярим его. Точно? Да не, не точно, он до вихрь кидает. Да, он меня уже заебашил. Почти заебаш. Нет, он меня заебашил. Ага. Ну видишь, вихрь не дали, а ты ему жабу не дал, мог жабу дать. Карма? Получается, блядь. Получается без Геры тогда. Spirits. Без Геры. Ну, блядь. Смотри. А ты без Геры? Причудесно, сейчас за пиздуха. Не, Гера на престе-то ничего не даст. На ДЦшнике. Как считывал, так и считывал. А ёбаный в рот, говорю, законтрольте. Нет, блядь. Так, нам, так видишь, топ-друидов нету в рейде Ровиста и Одикона. Пизда, там же столько друидов. 4 друида в рейде и всем ну, похуй. Катрисия танчит, Синтеку похуй. Даже Мастер. 5, блядь. Мастер недавно играет, но Мэтфоксу тоже похуй. Синтеку похуй. Ай, блядь. Ну тогда соберем ему волонир. Чему шея не падает? Так. Тапки надо кому-то? КВ на великана. Это ну, мусорные тапки. Равис, поди квест возьму. Навара пиздатый, почему? Это же Навара мусорный. Охуеть, на Энха забираю. На Энха. Ну на Энха дай бис. Арповая, блядь, да? Шапка. Я из первого босса только в сумку себе положил шмот. Там надо было что-то кому-то? С первого босса. Да вроде не. Ну ладно. Там тапки кожаные, короче. Кольчуга обоссанная и кинжал обоссанный. Все обоссанное. Обоссанное. А кого лут с первого босса?
Ладно, обосранную. Так, я взял кабарну на черепного вала. Обожаю гильдию. Чё такое? Уходит спиритуса с первого босса. Там он про тапки спрашивает. С первого босса, со второго босса тапки. У со второго босса уже тапок нету, блядь. Почему нету? Ты их распылил? Да. Сначала все. Ты ёбаный насос. Долго думаете, на. Не давайте хлединку такой лут. Какие тапки? Вот это надо? У всех спросили, блядь, через аддон нахуй. Клава посмотрел. Тут мне... новые челики есть. Топы, забирай. Вы про что говорите? А тапки нужны были вару, их распылили сразу же. Какие тапки? Не сразу же. Не сразу, я стоял, хуй знает сколько ждал, блядь. А нахуя вообще шмот пылить? Вот именно, что пылить нужно в конце. Короче, Мазу, этот самый, у тебя есть аддонный PGP вот мастер? Ну, скачивай, ебать. Вот сейчас скачивай. Пошли великана, пизду. Да, пошли, квест на великана, мужики. Там будет вылезать, это как он называется? Квест на мужика. Будет вылезать табличка, там нажимаешь 100, 50, 10%. Я смотрю, что ты нажимаешь и закидываю. Честно, именно ИПГУП лутмастер. Лутмастер. Вот эти три типа слова. Лутать. Ссылка есть? Это надо есть где-то в инфе гильдии писать, я хер знает, чтобы сразу же скачивали. Там ИПГУП. Блять, вначале шмот это бред, то есть в конце рейда уже, когда наверняка уж точно никто не вспомнит, что ему вдруг надо каким-то хуйням. Ну он в танке идет, никто не знал, что ему тапки надо. И еще ну, там на будущее... Кто да, там... зелень соберу. Как он называется? Ставьте микрофон себе, чтобы вы могли сказать, а то ты пишешь, там люди не читают чат, я вот не читаю. Здесь дайте кулак, стамину. Так бей. Да похуй на тебя. А, ну... Чтобы ты мог сказать людям, и они сразу услышали. Подожди, что... а чё ты так просто согласился, не понял? Так я на ёбаном ДК на своём. Так бы прокричал, что тапки дайте, тебе бы... Всё, хватит тебе кулака. Тебе бы их отдали. Да, всё есть. Хватит кулака. Что у нас в итоге танки? Гамазек ставит аддон. Блять, да потом уже поставил бы. А блять, потом еще да пыль сейчас пыль, надо, блядь, почему с потом? Распылите, ну. Ему сказали сейчас ставить, он сейчас ставит. Не, ну по факту, кстати. Это все пылить будем. А туре, блять. Хотя, Слав, не работает аргумент с ним, чтобы орать, я, блядь, шапку по ульды орал, чтобы не отдали, нихуя. А тебе не отдали? Отдали. Да. Потом. Этот... Блядь. Не, я буду через весь инс, блядь, бегать, искать нахуй. А квест-то есть у этого вара на эту хуйню? Так я, блядь, учился. Не считается. Вначале был квест, кто хотел, тот взял. Они что, великана починили, что они накидывают? Вар, ты зайдешь к великану, и сейчас у него 50% хп уже, сейчас он умрет. Квест уже не сделаешь. Он уже подбежал. Пиздец, я стою в палатке, у меня сейчас эпилепсия будет, блядь. А чё вы? Да, тут вообще трэш творится в палатке. Я думаю, хули я вас считывать не могу, нахуй. Палаточники, оказывается. Палаточники. Кемперы. Ну хули там, блядь. Кемперы в туалете с дробовиками лежат, нахуй. Всем пабгерам салам. Ненавижу таких уебанок. Да, там варзончиком, пабгером. Варзон там забей, нахуй. Там мёртвая. Крест там гранат и под щитом, пиздец. Да. Я когда зашел во второй, блядь, думал, ну будет попиже, нахуй, чем первый, блядь. Еще хуже, чем первый, нахуй, но сделали, потом блядь. Еще бэпку кинут, блядь, тебе просветят, нахуй. Почему ДПС рейда такой хуевый? Потому что я здесь. Сразу сдавать побежим. Да, пошли.
пошли сразу. Там могли после кораблей бы сдать. Да уже поздно, уже все побежат. Да там же аддон ставят, типа, еще. Ну да. Или он уже бежит? Он вроде бежит, типа. Уже все поставили. Ну ладно. Уже все побежали. А все работает? А чего вот этим типа можно сдать? Можно. Ага. Тебе разъебут те типы. Каким типам? А, нихуя. Не, не надо туда. Туда только рога может. Блять, пустота, сука. Ой, ебаный бастон. Багруха. Ебаный насрал. Бока камни падают за тебя. Это не бывает, ты врешь. Это стабильно 750 туда и все. Нихуя себе, легкие дамские наручи, нихуя бы, блять. Нихуя себе, 750 туда. Стинтек, блять. Хукмастер. Ой, 750 УД, ой. Мне 15 пока. Понял, блять. Не выпал. Пиздец. Сердолик. Богачи ебаные. Кому что выпало, признавайтесь нахуй. У меня сердолик выпал. О, плечики забыл. Мне охуенные 750 УД выпали. А я беру ранец уже на корабле. Как дела у вас? Уже одеваю его. Уже стою у запуска босса. Апруф будет? Да. Ты на мини-карту глянь. Мини-карту. Там будет светиться. Кружусь не снежинки против часовой стрелки возле босса. Там по ДПС он на ребре. Как он меня заменить? ДПС хуёвый какой-то. Ну чё вы меня замените? Вот это перечудес, это кто вообще такой? Просто бес. Кто это? Чё нах? Вообще без камней и перчаток. Блин, причудливая. 800 ДПС на ребре. Кто? Он упал сразу, что ли? Ну... 800! 800! Чё, это кто? Блядь. Слышите, это кто? Это чей перс? Причудливый, это Рокштейн. Рокштейн? А кто такой Рокштейн? Я понял. Хил это хапал. Паладин без Т4, который пока что. А-а-а, вспомнил. Да. Нихуя себе, блядь. А, точняк! А где мази? Что ты там, блядь, что у тебя вообще по стриму-то? Оливии в каком-то другом... положение. Викторка чилит. Ёбаный интерфейс. А чё вы так рано актировали? Всё такое, мне нравится удобно всё. Не знаю. Показалось... Ёбаный пиздорез. Показалось пора. Так, если не активировать, просто можно инс проходить 4 часа, как раньше. Надо побыстрее. Справедливо. Если бы я, блядь, полчаса не проебал с этим перезаходом в игру, сейчас бы уже... Че ты доебался до моего интерфейса? Мне все нравится. Ну, главное, чтобы тебе нравилось. Сейчас он будет танчить, когда он родина. То он родина танчит. Ну, для меня лично пиздец. Тетрис такой. Да нет, это еще нормальный. Это не мордаунт еще. Да, это не мордаунт. Пушка не стреляет одна. Сядьте. Или забагали. Не, вроде все стреляют сейчас. Стреляют все. Все пушки в боеготовность. Можно на локу фреснуть. Синтек, как дела там? Давай пойдем. Потом срок будет. Фэт как? Фреснить кто-то локов. Моба, заберись из пушек. Ебать. Они чилят, блядь. Вообще, расчеловочка. Драчуны, блядь. Танки есть на нашем корабле или я там? Да, там... тут не нужен танк. Там варп, на нем квадрат стоит. А вар щилит, бегает на месте. Короче, полидринка, хильти я правильно ебал. Картинка стоит. Ну, как и ды, в принципе. Блядские доты. Проебал? Почему они не могут все разом, блядь, выйти, ёбаные? А на ком ты крутишь-то? А что мне делать, блядь? Не, я про... Ты не понял. Я спрашиваю, на каком ты мобе был? Ну вот эти ёбаные трэш. Я не на чем крутить, все. Крути педали, пока пизды не дали. И не дадут. Да давай потом. Без этого. Двигайся, у нас синтек танчит.
Наконец-то спех Мишки понадобился. На которого да. Он 3 месяца лутал шмон. И забирал у ровных пацанов. Вот, я Гроня чувствую. А у тебя его нет. Блять. Куришь, блин. Ты шо там, блядь, бубнишь, блядь? А у меня запись здесь развелась, блядь. Ты за меня, блядь. Это из-за палатки. И за дот уже ёбнулся. Что, так тебе нормально? У меня судоку в ротации, блядь. Судоку? Это что-то на японском? Че там, сложно 4 кнопки нахуй нажать или че, блядь? Да не, судоку это конфеты такие. А, понял. 4 кнопки нажать, так ты, блядь, ну, поиграй, понажимай, трэш вот на таком. Я бы сказал, что... Который выходит, ну, умирает по металлу. Их... Думаю, можно прилетать уже. Нихуя, раскрутка пошла. Ты типа, чтоб синтега не пробивала? Или уже просто убили? А, убили. Нихуя же. Эх. Сразу, Валент сейчас сюда тэпнется. Что с Ченрёта, можно? А нахуя мне эти вещи выдают, когда я уже проходил на ДК, блядь? Такая же хуйня. Может, ты не так как-то прошел, а сейчас ты правильно зашел. Уже 2 раза, блядь, 25-ки было. Ну, значит, тогда не сделали на абордаж. Пиздец. Билибердаж. Да, я тебе пишу ссылку на лотмастера, блядь, найти не могу, пожалуй. Хули рылить. Ты чего открыли? Вот этот вот плач вроде Валент нужен был. Не, так я же ему, блядь, отдавал такой плач, я точно помню. Обувский. Что там за плач? Надо трыню на хэла. Мрачного свода, который. А, блядь, он выпал. Ну я отдавал ему, это я точно помню. Я жду в Гере, блядь, жду в Гере. Этот, видишь, вар, эту самую хуйню? Еще нету у Оливии Лока, у Гомосека нету. Вот у них двоих нету еще. Вар, какая ничего, жалость. Нет. Ладно, короче, похуй. Еще ты алтара. Синтек же. Нихуя жирная падла. Ну конечно, блядь. Причем он там ход свичнет на одного босса. Буквально на сурка. Не свич, то на фул. Ну, типа, можно и на фул, но... Блять, а чё, разве счёт Алторана хэпала норм? Вроде ж хуета, не? Да по хэпалу, да. Хуета. Оливия, поставь потом аддон после этого босса. На всех это хрень хуета. И по ГП лут мастер. Это плащ на Милика, Магина, Могила. Не, ну, почему? Сань, ты забрал ту триню? А чё, никому плащ не надо, что ли? Саня? Она хуета. Да, мусорный плащ так-то. Я понял, нахуй. Даже синтеку не надо. Синтеку тоже не надо. Терсори пришел. А, у него 271. Быстрее взял, нет? Кого-нибудь. Удивительно, кстати, что синтеку нихуя не надо. Слышишь, этот самый... Терсори в рейв, он плюсует. Слышишь, блядь, этот самый... Плащ нужен вон коту. Ну, никто ничего не нажимал. Он пишет, нажал на плащ. Этот, слышишь, ну дай у Халидринка вот этот плащ лежит. Этот... Блять, как тебе? Причудливо. Ну его можно заменить сразу тогда. Ну, валит, там вот и 4. Можете меня заменить. Ты пойдешь, ну, о, этот. Блядь. Ты не против, если я заменю причуд. Как прочитать-то правильно? Меня тоже можешь заменить. Ваня, причудесная? Причудесная. Да, 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 да. Вон, бери плащ у Халидринка и иди отдыхай. А кто был? ГП накинь. Вихторка зайдет? Блин, и Оливия на 1-4 тоже. Да, гляну, Макс, подожди, блядь, что там порыгаем. Шея на ловкость. На можешь ловкость. Меня заменить. Да уж. У меня, кстати, тоже я, он вообще, ебать, тут шаман... Ну, мощь, тогда, вообще, ну, типа, тогда Геру не получится пойти, если не, вот так. Я про то, что, типа, у меня шаман вообще нихуя не даёт. Не, ну шаману можно, он не дамажит в натуре. Заломанычь вот это, да? Да, 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 да. А Вихторка он... зайдет, нет? Не знаю, нет, походу. Давай где... заместо Вихторки.
Давай, шаман, пока остаешься. Так, причудесная не против, да? Что на замену? Давай вот так пока. Ой, блядь. Давай, Мэтфокс, в сову. Подамажишь. Ставлю рыбу. Ставлю рыбу. Звоните там всех. Может, давай, уже чуть позже. Ну тыкните, ёбаный покос. Прием. Челика нету, сидят, жрут. Сделаю, не вопрос. Сейчас там просто риги еще ёбнут. Все, запустил. Чувствую агру, пизда. Гомосек вылет. Или что это? Релогач. А, релогач. Дайте, пожалуйста, все бабы помогу. Мой мальчик погиб у враг гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Этот, причудный, ты плащ не зачарил там? Я что-то хуй знает, я не видел. Не было видно. Да, да, забей хуй, в гири заберешь. Нахуй тебе эта хуйня с обычки. Это для бичей 240-й, блин, шмот. Да, нахуй, нахуй. Хуйня. Хуета, просто не плачь. Выкиньте его, блин. Не, ну типа 40-й мапнет нормально, а тебе хуй знает. С гиры-то еще куда не шло, блядь. Нихуя себе. Обратите, а что вы там делаете? Обратите внимание на Вулгрима. Это что, какой спек вообще? Это аркан? Это что за покемон? Аркан пока, да. Триста шестьдесят семь пока. Мне 380 показывает. Почему? Потому что я здесь. Алый вышел. А можно сальво по тутлору дать? Ну, попозже. Музыка, проси. Я занят. Понял. А! Хуеть! Кто боб кинул? Чебанут? Я не кидал. Место сам. Красава! Ты расскажешь, блять? Я посмотрел промазал. Литвинку следующий скидывай. Ты там по пейсе упал. Точку. Пиздец. Ну так ясен хер упал. Я 10 секунд в нем был. Ты себе макрос напиши, канцлаура одной защиты. Будешь защищен. В каждую кнопку. В каждую кнопку. Не в каждую не а надо, хотя бы в ту, которую часто нажимаешь. Будешь защищен от этой хуйни. Будешь потом как. Ему, на той видимо, картинке. Инвизибл там заплатил. Фак ех, такая картинка. Решал фир, блядь, заплатил. Да, и такое, слышишь, приходит он и ВК-25 ему дает. Да, я просто нахуй. Ты реально промазал меня. Не рядышком стоял. Я понял, блядь. Ну ты же накрутил. Я тебя не ожидал. Ожидал? Конечно. Так ты определился, ожидал или нет? Ожидал. А вот это вот обидно. Ну так это ж уже было.
Не диван, чё ты сразу так? Ну да, диван ещё пожёстче. Он пока пивок нашёл, нахуй. Пиздец, просто да, там столько бафов, блядь. Они ещё двигаются, боже. Какой скам. Надо сделать маусовер на диван ещё, ебать. Чколёк. Коляк, чколёк. Так, ой, сейчас ехал. По ДПС, что там по ДПС? А сколько шмотки стоит, подскажи, пожалуйста. Покорители без токены Т10.2 без ГП, кому надо, сразу говорите. Так, я в Долоран, засуммоните меня. Два хукмастера закинул. Это бой ехал, Слава. Стоимость 100% 200, 50, 100 ГП. Это бой, Слава. И 10% 20 ГП. Это стоимость ГП шмота. А все, 1500 стоит. Блин, там лока, ДПС. Блядь, ничего себе залагал. Да, сейчас подвисло что-то. Сервак или что-то? Ебать. А вообще, Долоран тэпнулся, меня выкинуло нахуй с игры. Может, патч какой? 4. Блин, закиньте в архелик какому-то ночнорождённому, я вас умоляю. Делать этой патей пати, тут нечего делать. Да, это обычка, забей. Давайте, чё вы стоите? Ну, дай посмотреть на 48 кусков маны, хоть где-то. Не, ну, с бопом было красиво, но. Да. Я случайно отставите. Это лучшее, что я видел, блядь. В себе. Дайте салю на боб, нахуй. Да, пиздец. Зато смотри, за неотучего людей просить салива. А у общества ДПС. В гэмке об взял. Блять, я прошу сальву, блять, он мне боб хуярит просто. Я чё б не выебывался. Чё, с диспели мне? Ну, спасибо. Забей микрофон. Чумная водородная бомба. Надо сбить каст. Чумная бомба водородная. Так, чумная или водородная? Ну и то, и то. Серьезная бомба. Не прощает ошибок. Говна не потерпит в свою сторону. По-любому. Никакого ни от кого, нахуй. Лучше дерьма, не говна, блядь. Хуёво звучит говно, блядь. Ой, блядь. Что-то я так расстраиваюсь, когда какие-нибудь обзоры... А чё в Долоране, блядь, происходит? Хуй знает. Я тоже там недавно был, так... Там, блядь, неизвестно. Беги, беги в клаку, может, отпустит. Когда в клаку забежишь, там должно прогрузиться, а у меня так сегодня было. Долоран сломали, ебать. Да, там какая-то пидерсия происходит. Это по-любому из этого квеста ебаного крашена. На эту удочку ебаную, которая... Понял, у меня прогрузилось... Я когда первый раз степнулся, меня выкинуло, и сейчас, блядь, бегал по Долорану, нахуй, опять выкинул ошибку, нахуй. Фишка в том, что эта удочка сейчас нахуй никому не нужна, нахуй. Геры нету, они выкатили это говно ебаное. Заранее. Там, удочка же, они переделали, всё. Принято. Мать, будешь должен, как автомат, газ, вода, блядь, в советское время, нахуй. Подходишь, а ты уже наливаешь. Монти. Убьем собаку. Шкаф, сумон, сумон, шкаф. Сейчас
посоветуйте, какой аддон скачать. Или, может быть, есть у кого-то рекаунт, который обзор показывает? Какой-нибудь апгрейдженный. Details. Нет, рекаунт, не details, а рекаунт. Нет такого. Там же дополнение какое-то вроде есть. Да, вот надо с дополнением мне. Там в аддон апдейт или, ну, даже есть типа рекаунт, вот именно, типа дополнение само вот это. У меня когда-то был... Для абсорба. Да, мне вот когда-то был такой, так удобно. Надо скаду тебе вообще, она меньше жрет. Ленточка есть? На... Здесь. Не, нет, нихуя там. Эту хуйню тысячу лет назад выбил. Еще когда в ДВшной гильдии был. Хилил там как мразь. Я говорю, я ШП, меня в ДЦ спекнул. У нас ДЦ нету, блядь. Ты самый крутой ДЦ, блядь. Бичи, блядь. Не давали поиграть. Вот он мне собрал. Слышишь, кого-то мне это напоминает, да? Да. Они все такие, понимаешь, блядь. Орелы, да? Нет, присты. Да-да-да. Орелы не такие. За редким исключением. Либо конкретные упоротые ШП, либо конкретные упоротые ДЦ. Ну, ДЦ обычно упоротые девочки, либо какие-то упоротые пацаны, которые, блядь, анимешники ебучие, нахуй. Че, хулидринку с ума не будем? Та за что, блядь? Та за что? Ну, блядь, вот... Я понял, блядь. За что и повторяет. Подожди, не пуль. Не пульте. Не пульте? Не дуй, не жу. Ты запулит тут, пидор. А, я пошел. Давай, мой. Может, опять отчет? О. Как я распула нажимать? Да, давай. Ой-ой-ой. Ну, Вар не наберет агро на рендже. Он не может на рендже набрать. Вы не даете ему это. Дайте. Ебать, мы охуенно стали, нам пизда, парни. А что, Синтак уже не танчит, блядь? Танчит, я ж вам сказал, блядь, не Пультин. Наверное, ж не просто так. Синтек какой-то, а кто? Синтек? Новичок. Бич. На профа смотрю и жду, когда он пельмень бросит. А ты как заблевал, блядь, Седжу нахуй в ахуе? Три тела вроде блюют, а ты что-то четвертым затесался, блядь. Подбежал просто к ним, что ли, или как? Да, Роми, подойди к нам, блядь. Макс получше. Ну чё он там, похмелье? Чарку просил, чтоб ему сделал. Похмелье. Показалось. Там на ком-то есть, да? Чё вы, блин? Нихуя Вар принял на себя, да? Я понял, нахуй.
Сейчас можете ничего не сносить, только одну точку не ставьте, просто добиваем. Ебать, помню времена, когда на этих боссах нахуй вапились как дауны просто. Ебать, как хорошо, что сейчас не так. Вергир спасает мир. Лагло не видели. Лагло не видели. Там... там тактику надо исполнять. На самом деле не сложно нихуя. Не, он не сложный. Никто ж не спорит. Так. Это еще ДПС у нас дохуище, блядь. А что, сидит же ФК, что ли? Да. Дашь потом ответственность, зелень пособрал. Кровь. Кровь надо кому-то? Что потом говорит? Ну и сейчас разрулишь тогда. Так, ладно. Осколок был, нет? Не был. Нет, не было. Не было. Чё ты говоришь? ПСК у тебя в КД? Нет. Кинь на меня просто проверить. А чё не кидается? Не получается. Кидается на тех, у кого мана есть. Так что надо тебе на интеллект что-то выпить. Так у меня вон. Чародейская гениальность. Я понял, нахуй. Это у меня интеллект. Знаешь, когда чака на ману работала, можно было поиску давать. Там типа у миликов 100 маны можно было сделать и поиску закинуть. Ты что там собираешь еще? Бегу. Мне кажется, Сет же надо было кольцо, и он куда-то ушел. Я не, это рано. Кольцо не надо. ДК. 5, 4, 3, 2, 1. Гера нажать? КД. КД, ну. 5 минут еще КД. Давите на пол или дайте сальву по ШП. Может быть. Только начинаешь ДПСить, да, тебе сальву, да? Да, так вот один рогом просто встретил. А сразу боб закидывать. Понятно, да. Кастером же все равно на боб. Ныли, нахуй. Кому боб дать? Никому. Диван попросить, пошел фиру. Милику какому дай. Диван пошел фиру. Тут Тилару бомб ебани. Так, да тут Тилару, вижу. Сейчас тебе ебни. Он так разогнался. Этот геймплей на ДЦ. Я думаю, что у меня ДПС падает. И кофе сделаем. Сделать себе третий спек ПВП вместо ДЦ. Будьте второй. Какой ПВП, холика делай. Тоже ПВП ДЦ. Да, сейчас надо. Ой, ПВП ШП. Каждая КД ставить ульду туда. Ну, из четырех. Из четырех недель будет такая неделя, когда у меня суббота и воскресенье работаю. Не, ну не обязательно суббота и воскресенье.
Ну, я думаю, будний день... Ты тоже плавающий, как я понял. Ну, бывает, что суббота, воскресенье в день, и тогда не получится мне свалить днем. А в будний день не будет столько людей. Ну, нормально. Ебать лут говно. Осколок нет. Один осколок. Зацелка, блядь. Сейчас сказать, такое же попадало. Чёрт, беда. Это ты собираешь? Блять, я вроде 15 секунд ставил там на времени. Чё-то так долго люди раздупляются. Ай-яй-яй-яй, убили негра. Осуждаю. Ладно тебе, что-то сбоя. Они бы сделали замочили, да? Что в ТТГ падали не шмотки, а только чарки. Согласен. Подумаешь, негра убили, что тут такого? И чтоб чарку можно было на любую шмотку, да, закинуть? Чем мы тебя за хана еще бьем? Умер черный, умер. То есть было предназначение... Вот, ты вообще, блядь, личку не читаешь, что? Блядь, я... Ну я шмот разду... Как я буду, блядь, читать? У меня еще 10 глаз, да окно ебаное создай отдельно в чате, нахуй. Я тебе сколько раз говорил? Да я как-то создавал... Я не видишь. Да я как-то создавал... Поставь это... Аддон Вин. Саджу как мама такая, я сколько раз тебе, сука, говорил. Личку. А чё ты, мама? Тебе уйти надо? Я тебе сколько раз говорил, шапку отдельно. Да. Ну ладно. Ну я как бы тут, но как бы, блять, нихуя нет тут. Ему епаху хоть дай. Что там замена есть, блядь? Он уже вон дороги, блядь, за 50 тысяч перешел. Вон там был этот самый Рокшен, если не офнулся на друиде. Он его можно взять вагоном. БР Иннер даст. Если он тут, конечно. Ты чисто тут? Вагонетка. Давайте шкаф. Чудесно. Суманем. От рыбы. Живите. О, бамик поводит. Ну там танки, общайтесь, я хуй знает, что, блядь, сами между собой решайте, кто там что делает. На кого пуль? Маза, у тебя как, нормально все там, ну это, лича, там, синдру, все знаешь это? Или что-то учить надо? Вабами, ну давай ты вабами, пускай себе такое тыкать на свой. Мне потаунтить, да? Ну да, разок там 3 стака заберешь и хватит. Кто там каски дает, обновите. Там 6 минут осталось. Чё тебе там заметки написать? Рокштейн код или что? Что там надо написать? Там BG кода. Там Рокштейн код написан. А чё надо написать? А-а-а. Так оно и так написано, и звание альт, и мы знаем, что это альт. 5, 4, 3, 2. Там Обаму наложение буйный рост накидать. Вводи синтез. Зеленый. Перевели еще, блядь, ебаный нас. Топа что-то бубнит, блядь, не ясно нихуя. Пиздец, тихо. Он по-стариковски уже. Да, чисто как бабушка такая. Бу-бу-бу. Плотная. Плотная? Че, вы слепые совсем? Вот Топа, Залманыч и Оливия. Зеленая хуйня. Если не понимаете, вон стойте звезде, бля, я пельмени не ловлю как бич.
Если не знаете, нихуя. Ну, миликом вообще позор. А, бля, один хуй бубнит. Ты пельмень словил, блядь. Топа, блядь. Так он их куда ведет, блядь? Он водить его вообще не умеет. Берегитесь. Похуй, куда он ведет, тебе пельмень нельзя ловить. Ты должен быть крутым. Круче себя. Ну, кол бы, да, водили бы получше, конечно. Круче пельменя. Я вам еще раз говорю. Неважно, как, что делает танк. Вы должны Мрыжий. Не стоять в зоне пельменей и колб. И в луже не стоять. И все. Красный свитч. Тогда все будет заебумба. Смекаешь? Смакаю. Вот Оливи лежит, чилит. Да может не рисунок. О, я пельмень словил, все видели? А нет, там 500. Все, ГП на. Вот еще раз что-нибудь пиздишь на нас, то что. Что там? Ой, как дела, блядь? Хуёво нахуй. Талфир, как дела? Нормально, нормально. Нормально? Да я красный убил. О, пельмени. Зеленый летит. И пельмени. Сука, с вами запиздился колбу слышал. Он, блядь, сейчас самый пельмень поставил этот, блядь, босс. Бу-бу-бу, что-то там топает, тебя плохо слышно. Вот он настоящий пельмень. Вот он настоящий пельмень, он много-много мяса. Сейчас я сделаю обратно, чтобы не было слышно. Я микрофон чувствительность понизил. Берегитесь. Этот, смотрите, можно там... Можно сальво по тутлору? Смотрите, там не переведите босса, когда лужи не выпиты. Он красный. Я себя гомозик. Красного ебаните и потом переводить будем. 2% на боссе раньше не переведите. Ты допивай лужи, блять. Ну что ты одну оставил и побежал, блять, хуй пойми. Пиздец. Пельмени отходите. Стопните, стопните, дайте ему лужи допить. Какой стопните? Там уже 35%, уже все. Уже не стопните. Там доты процент съедают. Полтора. Там 36,5 было. Ну когда ты сказал стопните, у меня 35,2 было. Так что там уже не спастись. А, Гера КД, да? Да. 7 да. минут КД Гера. Ходом Гера. Так, вишенка. Так. Ебать, будь что это типа ПС-ки? ПС-ки, 500 голды. Кому надо ПС-ку? Ну хорошо. А кто там по ДПС-у еще? Посмотрю, подумаю. У Рей, да? Ну иди ты, блядь, чёрт. 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 ПС так оспелил. Ну всё, дальше добьют. Там добьют дальше. На синтеке 2. Ой, синтек 3, вар забирай и до конца держи. Замешка. А можешь попельмей? Колба. Загорел на работе. Давно. Меня не слышно, да? Блять, что за хуйня падает, я не понимаю вообще, что это за пиздец. Кринж какой-то, нахуй. Надо кому-то это сани на это. О, варнати. Два в подарок, блять. Два по цене одного, блять. Потому что колбы не будет. И последнее желание тоже нати. Колба будет. Колба будет с Гера. Будешь танчить. Не будет. 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 Жопу ставишь, что не. Так значит будет. Лучше, да? Ставлю жопу с Эджи, что выпадет. Колба. Понимаете, лучше в жопу даже. Тебе ебало снесу одни недавно. Это, блядь, вот этим таким голоском, блядь, это прям так страшно. А чё ты, блядь, Седжи, устал после ульды, да? Ебаный тест. Какой устал? Я же тебе написал, блядь. Я не видел. Мотай нахуй свой ебаный чат. Не знаю, какой у тебя там. Я написал, мне плохо, блядь, резко стало. Плохо резко стало. Ну что, ну человек, блядь, что, там... болезнь, мы же реально человеку плохо стало. Блядь, не, да. Пиздец, вот это как смешно, шакалы. Нахуй. Не, ну блядь. Не, я... У меня там... Да не от вас, дебилов, мне плохо стало, блядь.
Ладно, ебать ты злой, короче, ладно, все, забей. Не, я реально, я бежал, лут раздавал, вот эту всю хуйню с босса смотрел, там, блядь, щитки кидал. Я тебе уже сказал, сделай, блядь, в чате, так я окно, нахуй. Я как-то делал, так я как-то делал, это не помогает. Даже аддон не ставить, там, в смысле не помогает, блядь, просто туда смотришь, там, раз в 10 минут. Она раз мигает иногда, блядь. Да, да. Чистый лот составил. Там даже в обычном. Какой-то пидор писал. Да, и ответственного. Там проблема. Ты сможешь говорить, о, какой-то пидор мне написал. Я понял, блядь. Сейчас гляну. Как раз. Там задушили войда. Там проблема в том, что я так уже делал, и получается, когда я открывал это окно с ЛС, ну там писал ЛС, люди пишут, типа, ну, открываю, и забываю переключить обратно там на гильдию или на рейд. И когда что-то в рейде ролится или что-то в гильдии пишут, я этого не вижу, зато вижу ПМ. Вот. Ну, мне кажется, это сомнительная хуйня. Ну, тут я не знаю. Есть кончики легкие, которые вот у тебя рассуждают, когда товарищу кто пишет. То же самое ты говоришь в рейде, типа, ну вот этот чел делает хуйню. Ну, ты ему говоришь, ну не делай хуйню. И все. Это единственное, блядь, решение проблемы. Вот а так же создай вкладку, блядь. Валька пришла. Вальку сагрили. Вы чё нахуй, как вы Вальку-то сагрили? Бичи, блядь. Она-то заявилась, нормально заявилась. На залог. У меня русичка в школе тоже Валя ебаная. Прошмандинь ещё так. Понятно. Заёбала, блядь, как придёт, так сагрили. Войско, все ДК, войско срочно, все ДК кастуйте. Пока не сдохнем. Ладно. В смысле, ладно, нас один войско, ну, ладно. Войско и этот... Это у меня у друга, подруга была. Ну, понял, нахуй. Да, всем... Тоже, вот, челики, тоже видишь, челики даже не дамажат. Я сейчас рекаунт обновлю. Чисто попиздеть зашли. Ну, то, что рейд падает, вот смотри, танк умер. Всем похуй, да? Ну, мудаки. Танки мудаки, рейд мудаков. Ну, вместо того, чтобы сагрить одну пачку, съебаться вниз куда-то, мы выпанулись на трэше, нахуй. Я этого не видел с основания гильдии, нахуй. Я этого полгода не видел, этой хуйни. Это две недели. Чё, заебись вам, да? Ну, вот так вот играть. Или как? Ну, может пойти сейчас вот реснемся и ещё спулить второй раз пачку. Ну, нормально, типа, да? Это Гера, типа? Да, давай, слышу сейчас сразу. Только у меня очко горит с этой хуйни, нахуй. Да это лишнее время. Ну, вот лишнее, его, вот это лишнее время. Вот это хуета. Это не игра, это залупа, блядь. Один путь пулили его. Вальку. Вот, ну, с такой вы игрой... Вы что, троллите, блядь? Второй раз. Какая Гера с таким отношением? Если, ну, пришел в рейд, ну, как тут плохо не станет? Тут мне уже не просто плохо, мне уже хуёво, блядь. Нормально, да, вы считаете? Ну, так, не бегите вы, блядь, через центр, блядь, если вы не можете её не сагрить. Это к локу относится. Вот главное, вот мне интересно, какой мудак, вот что у человека в голове, вот сагрили пачку, да? Левую или правую, там 5 мобов, нахуй. Какой пидор сагрил вторую? Мне просто интересно, нахуй. Кто-нибудь видел, нахуй? Мне просто с вот этого... запись включена? Да как хули толку, я там не видел. Ну, я считывал рейд, блядь. Как это, нахуй? Это что такое в голове у человека, нахуй? Вот и делайте выводы, блядь. Какая тут Гера, нахуй? Тут обычки мы будем по 3-4 дня ходить, нахуй. Я не знаю, год еще, нахуй, наверное. С таким если отношением, вы, блядь. Если вы такое на трэше исполняете, то что будет, блядь? Бля, вы что, бичи? На синдре... Третий раз Вальку сагрили. Держу в курсе. Ну, конечно, сагрили. Вы же через центр бегаете. Там же надо останавливаться, давать ей... Ну, то, блядь, там мозги нужны, блядь, чтобы пройти через центр. Время пролететь, ну. Да сейчас реально бить их будем, вот и все, нахуй. Че вы бежите с ней? Бейте ее, хули вы бегаете с ней? Да умрите просто лучше, да и все. Не-не-не, отставить нахуй. Какой умрите, блядь? Что бейте, блядь, третий раз блядь, ее заебали вы. Сейчас 20 раз будете ее пулить. Сейчас бить будем. И эту, и вторую нахуй я сейчас приведу. Стойте здесь, не иди туда. Ну, кто АФК нахуй лежит, я вообще в ахуе с вас. Проверка на АФК. Кастую на Вальку оковы, чтобы она не призывала бомжей, бейте ее. И стойте тут, нахуй. Бегите сюда. И вторую бьем. Вот, на вторую кастую тоже оковы. Вот, сбили каст сейчас. Все вторую Вальку бьем.
Пришли почилить. Ну, блядь, не надо хуйню исполнять. Гера в трэш, это вкусно. Гера в трэш. Ну, это чтобы оковы быстрее кастовались мне дали. Все правильно. Да, да. Ой, блядь, не сбилось почему-то. Ну и похуй. Просто уешим тогда этих додиков. Что там? С диспел, да? Что-то не помогло. А, ладно. Оно закрывается за полтора часа, чтобы вы понимали, с нашим ДПСом. Все переплетено.